В текущем учебном году в профессионально-педагогическом колледже будут обучаться 300 студентов в составе 12 групп. Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом с участием старшекурсников. Организаторы подчеркнули, что от студентов требуется лишь свято чтить и приумножать традиции колледжа, познавать неопознанное, проявляя инициативу и творчество. В продолжении мероприятия первокурсников среднеспециального учебного заведения посвятили в полноправные студенты и выдали студенческие билеты. Заместитель директора по научной работе Сабрина Айдиева отметила, что для учащихся колледжа этот день является новой ступенью в учебном периоде, пожелала дальнейших успехов в учебе и вручила старостам групп студенческие билеты. Колледж станет для вас альма-матер. В переводе с латинского это означает мать, кормящая мать. Она вас будет кормить знаниями. Получайте эти знания. И где бы вы ни были, всегда помните, что вы определяете имидж колледжа, вы определяете рейтинг колледжа. Я вам желаю успехов, я вам желаю творческого вдохновения. Будьте активными участниками образовательного процесса, а не его наблюдателями. Профессиональный педагогический колледж имени Зайналабида Батырмурзаева за время своего существования выпустил огромное количество студентов, которые на сегодняшний день стали достойными преподавателями в сфере образования. Ведь быть учителем – это большая ответственность, поскольку, обучая учеников, преподаватель закладывает фундамент всех будущих знаний человека, формирует его мировоззрение. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».